1998 год. Шнателев чаму тышим, ушмоны. Для меня это особенный год, так как именно в 98 году я прилетел в Израиль. А еще в 98 году довольно-таки известный режиссер Майкл Бэй, который до этого уже успел снять несколько хитов, таких как «Плохие парни» и фильм «Скала», выпускает свой новый блокбастер под названием «Армагеддон». В этом фильме снялись много известных актеров, но самый известный и самый популярный на тот момент это был Брюс Уиллис, которому на сей раз пришлось не просто бегать босиком по небоскребу, при этом ворча на всех и на все, и спасать заложников от харизматичного террориста, а спасать целый мир от огромного астероида. А также в «Армагеддоне» Майкл Бэя, в котором он уже начал входить во вкус, взрывать все, что попадается в объектив камеры, в маленькой роли снялась актриса по имени Лив Тайлер, которая является дочкой солиста группы Aerosmith по имени Стивен Тайлер. Арвин, доча, узнаешь меня? Это я, твой папка, агент Смит. Ты просто Смит, а мой папка Aerosmith. А также саундтрек к этому фильму как раз-таки исполнил Стивен Тайлер, а если быть точнее, группа Aerosmith. На днях группа Aerosmith заявили о своем прощальном туре. Поэтому самое время разобрать их песню из фильма «Армагеддон». Песня на английском, поэтому мы будем переводить ее сначала на русский, а затем на иврит. Ну а для тех, кто забыл эту песню или, может быть, никогда не слышал, для начала прослушайте ролик, ну а потом перейдем к разбору. We bring the world's best deep core driller. Well, it's coming right now. Right for us at 22,000 miles an hour. Not a soul on earth can hide from it. If I do this, I'm gonna want to take my own men. You got it. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Forever and ever.
Окей, ребят, начнем переводить. Прежде всего нужно понимать, что я здесь не писал русским языком, но мы будем переводить на русский, а затем на иврит. Я не знаток, сильно знаток английского языка, я его неплохо знаю, наверное, чуть хуже, чем иврит, но тем не менее, если среди вас найдутся те, кто захотят что-то исправить, поправить, вы это можете делать, конечно же, в комментариях. Итак, будем читать и переводить. Здесь всего лишь три куплета и три припева, один припев, то есть три раза, может быть, даже чуть больше. Так, первый куплет. I could stay awake just to hear you breathing. Что можно перевести на русский язык, как я бы мог оставаться бодрствующим, только чтобы слышать тебя дышащей. Тут такое как бы деепричастие, ну, можно перевести, чтобы слышать, как ты дышишь. Кто-то, кстати, я видел в некоторых переводах, написал «слышать твое дыхание». Опять же, переводя на русский язык, смысл тот же, но можно и так перевести. Я бы все-таки перевел на иврит следующим образом. I could stay awake, на иврите это прямо точь-в-точь можно перевести. Айти яхоль лиша эр. Оставаться эр. Эр это такое состояние, когда вы не спите, то есть бодрствуете. Поэтому на иврите это будет просто эр в мужском роде. Женский род, кстати, будет эра. Отсюда же слово эранут. Это можно перевести как бдительность или бодрство. Только чтобы слышать тебя, опять же, дышащей. И тут в иврите, как и в английском, можно сразу использовать глагол в настоящем времени. Рак кедей или бихдей лишмоутах. Но шемет. Опять же, переводя, например, как некоторые перевели твои дыхания, можно было бы перевести кидэлишмо эт анашимот шелах. Я бы все-таки оставил, как на английском, кидэлишмо отах, что делающий идея причастия, дышащий. Watch you smile while you are sleeping. Смотреть на твою улыбку, или даже, может быть, смотреть, как ты улыбаешься во время того, как ты спишь. И опять тут есть несколько возможностей перевода. Я добавил слово «кидей», потому что это относится все еще к первой части, что я бы мог бы оставаться бодрствующим. «Кидей ля бит бах мехаехет», что переводится как «чтобы смотреть на тебя улыбающийся». Или если все-таки мы переведем это как вот на английском «watch your smile», то есть смотреть на твою улыбку, то можно перевести как «кидей ля бит бах и юх шелах while you are sleeping». И тут интересное, тут можно сказать «пока ты спишь». Есть множество вариантов на иврите, можно сказать «безман шат ешена». Я уже выбрал перевод «тох кедей шейна» во время самого процесса сна. Но опять же, это не железнобетонный перевод, можно разные варианты использовать. «While you're far away and dreaming» — пока ты далеко, вдалеке, и ты видишь сны, опять же, или мечтаешь, но тут имеется в виду все-таки, наверное, видишь сны. И опять же, этот «while» в данном случае я бы использовал слово «пока». Либо «коль од» — это такой союз, либо тот же «безман ше» — во время того, как ты вдалеке или просто далеко. «Безман шат рахок» или, можно сказать, на иврите «эрхек микан». «Эрхек» — далеко отсюда, «far away» или «рахок микан» — «веат холемет». Глагол, как и в английском, «dream» — это и мечтать, и видеть сон. Один и тот же глагол, также на иврите «лахлом» — как и мечтать, так и видеть сон. I could spend my life in the sweet surrender. Что можно перевести на русский язык, как я бы мог потратить свою жизнь в этом сладком окружении, в этом сладком плену. И на иврите, опять же, I could — это я бы мог. Яхоль ты в прошедшем времени. Или айти яхоль. Так тоже можно. Потратить, spend my life. Тут можно перевести либо левазбез, прям потратить. Но я бы все-таки использовал левалет. Это хаяй, свою жизнь, да, это хаим шели. Потому что левалет это тоже как бы провести жизнь. Вот здесь, наверное, будет все-таки более уместно левалет. Это хаяй башеви аматоказе. В этом сладком плену. Слово шеви это плен. Можно перевести surrender как сдача, когда вот мы сдаемся, да. Это слово кния от слова лихана. Но опять же, наверное, здесь можно использовать уместнее именно плен. Знатоки английского могут меня поправить. Но смысл тот же самый. I could stay lost in this moment forever. И я бы мог оставаться как бы затерянным в этом моменте навсегда. И опять же, я бы мог. И на иврите опять же, яхоль ты, либо айти яхоль ли ишаэр, а вуд, ласт, затерян, потерян. Бетоха регазе, в этом моменте, я бы сказал бетох, не просто барегазе, внутри, на иврите говорят. Бетоха регазе. Навсегда леоламим, есть такое красивое слово, или слово ланецах, что тоже переводится как forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. То есть каждый момент, проведенный с тобой, ну, потрачен или проведен с тобою, это момент, которым я дорожу. И на иврите каждый момент коль рега итах.
то есть каждый момент с тобой. Ну, тут написано spent, на иврите нету у глагола левалет. Ну, я бы не хотел сказать мевузбас, потраченный, а именно как бы от глагола левалет, но у него нету, у него есть пассивная форма, но ее не используют. Поэтому просто можно сказать каждый момент с тобой, коль рега итах, у рега ше ото они мокир. Это момент, которым я дорожу. Глагол леокир – это беречь, бережно относиться, дорожить. Поэтому я бы здесь добавил который, то есть поясняющее ото, к слову рега, они мокир. Припев. Don't want to close my eyes. Теперь на английском don't want, они часто в сленге говорят wanna, don't wanna, то есть не хочу закрывать мои или свои глаза. И тут тоже интересный момент, потому что закрывать глаза на иврите есть два глагола. Есть обычный лисгор, но лисгор это закрывать чем-либо. А когда вы закрываете веками, кстати, на иврите афапаим, то это на иврите будет все-таки глаголом ла-ацом, энаим. Поэтому если мы переведем дословно, вот не хочу закрывать глаза, то есть именно делать вот такое действие, да, не руками или чем-то, а именно вот закрой глаза, да, сомкнуть. Вот на русском есть классный глагол смыкать. Наверное, если я правильно говорю. И на иврите это будет звучать следующим образом. И он поет. Я не хочу закрывать глаза. Я не хочу fall asleep, засыпать. I don't wanna fall asleep, cause I would miss you, baby. И он говорит, я не хочу засыпать, потому что таким образом иным, да, я буду по тебе скучать. Да, тут приторная песенка. Но даже такое надо знать. Да, не хочу fall asleep. То есть засыпать на иврите лерадем, ки аз, я добавил аз, потому что тогда я буду по тебе скучать, эдгаагеа элайх, эдгаагеа, глагол лидгаагеа, многострадальный, который многим не дается. И тут в иврите игра, тут в английском игра слов. Почему? Потому что первый раз он говорит, я не хочу засыпать, потому что я не хочу по тебе скучать, то есть тем самым нарушая, приостанавливая процесс. И я не хочу ничего упускать. И это тот случай, когда английский иврит намного ближе, чем русский. Почему я сказал про игру слов? Те, кто знает немного английский, знают, что miss переводится как и скучать, и упустить. Упустить на иврите lefasfes. И он поет. And I don't want to miss a thing. Что можно перевести, я не хочу как бы засыпать, чтобы там не скучать по тебе, и я не хочу ничего упустить. Ничего, это есть как бы a thing. А thing на иврите это давар, который тоже переводится как шум давар, поэтому можно дословно перевести. Ve'einani, anilo, rotzelefasfes, davar. Да, ничего не хочу упустить. Можно сказать и шум давар, но лучше написать давар, как и в английском, и это тоже переводится как ничего. Ни одной вещи, по сути. Дальше в припеве он говорит, потому что даже когда я вижу о тебе сон или мечтаю о тебе, что это, в общем, одно и то же, да, в английском, because even when I dream of you, а на иврите, ki afilu kshe, когда, да, союз, ani cholem alaich, женский род, не забываем, что он поет, скорее всего, хочется надеяться женскому роду, the sweetest dream will never do. И это можно перевести, как даже когда я как бы о тебе вижу сон, самого сладкого сна все равно не хватит. И на иврите можно перевести как «Ахалома маток биотер» или «Ахи маток ло я спик». Потому что я все еще буду скучать по тебе. I would still miss you, детка, baby. Они «адайн» этот «стил». Кто еще не знает, ребята, очень важное слово «адайн», «стил», все еще. «Эдгаагеа», «элайх», «мотек», я не знаю, как хотите, «бэйби», иногда на иврите говорят «бэйб». «And I don't want to miss a thing», а я и не хочу как бы ничего пускать, «вэйне не роцеле фасфэс давар». «Давар». Второй куплет. «Lying close to you, feeling your heart beating». Извиняюсь, давно на английском не болтал. «Лежу рядом, близко к тебе, рядом с тобой», да, можно тут тоже разные варианты. Ну, во-первых, «я лежу» на иврите, они шохэв. «Корове лайх». Вот это прямо «close to you» на иврите. «Коров близко к тебе». И чувствую твое сердце, как бьется твое сердце. И опять же, тут как бы идея причастия. Тут можно было поменять местами, сказать feeling you beating heart. Это было бы твое бьющееся сердце. Но опять же, слышу, как бьется твое сердце, чувствую. На иврите маргиш. Два варианта. Первый, который написал. Эт либех поэм. Это лев шелах. Чувствую твое сердце, как оно бьется, идея причастия. Можно сказать вторым вариантом. Маргиш. Эх ше алев шелах поэм. Поэм это... Это бьется, именно как сердце.
И третье, можно сказать, «Маргишет пиемота левшелах», «Чувствую твои пиемот лев», «Heart beats». Ну, в общем, ну, множество вариантов, но смысл один и тот же. «And I'm wondering what you're dreaming». И я как бы задаюсь вопросом, что ты видишь во сне? О чем ты сейчас как бы видишь сон? Классно, в иврите есть глагол «задаваться вопросом», и это глагол «литгот». Не путайте с глаголом «ошибаться» «литот». Соответственно, когда мы на английском говорим «I'm wondering», то на иврите мы говорим «они тоге», «тоге», «альмат холемет», тут «аль» лишний. И я как бы задаюсь вопросом, о чем ты на иврите, если мы хотим сказать, ну, как бы, что ты видишь во сне, на иврите мы скажем «альма», потому что «лахлем» всегда можно о чем-то, не что-то, как в английском, а о чем-то. Поэтому мы говорим «альмат холемет», то есть когда вы хотите спросить кого-то, о чем ты, что ты видел во сне, вы можете спросить два варианта. Первый – «альма халамта», «халамт» в прошедшем времени. Второй вариант – «Ма балеха бахалом», что пришло тебе во сне. Так тоже можно сказать. «Wondering if it's me you're seeing». И я задаюсь вопросом, я ли тот, кого ты видишь во сне. И на иврите «тоге» задаюсь вопросом. И вот этот «ли» можно использовать слово «аим». «Аим». Да? «Тоге аим зе ани ше ото атроа». Я добавил в скобочках «в твоем сне». То есть задаюсь вопросом, я ли это тот, кого ты видишь. Потому что на иврите невозможно просто сказать «Аим от Иатроа». Можно сказать, меня ли ты видишь? Но тут такая тонкость. «Wondering if it's me», а потом «you're seeing». Не просто вопрос «if you see in me». Тогда это было бы «задаюсь вопросом, видишь ли ты меня?» А «видишь», задаюсь вопросом, «я ли это тот, кого ты видишь?» «Then I kiss your eyes», и затем «я целую твои глаза», «они меня шекет энаих», множественное число, «and thank God we are together». И благодарю Бога, то, что мы вместе, или спасибо Богу, что мы вместе. Тут именно как бы спасибо Богу. Тут как бы вот такое. Туда ля эль, на иврите известное словосочетание. Соответственно, ве туда ля эль шанахну бе яхад. And I just want to stay with you in this moment forever, forever, and ever, and ever, and ever, и так далее. И я просто хочу остаться с тобой в этом моменте навсегда, навсегда, навсегда. И на иврите, ве они рак роце ли шер и тах бетох арега зе ла нецах. Можно сказать «ля нецах нецахим». Это как «forever and ever», «навсегда и всегда и всегда», «всегдашний и всегда». Или можно сказать «ле олямей олямим», что тоже более поэтично, «навсегда, навсегда, на веки веков». Поняли? Молодцы. Потираем слезы, идем дальше. И тут идет второй припев. «I don't want to miss one smile». «Я не хочу упустить ни одной, в скобках, твоей улыбки». Да? Не нужно говорить «твоей», потому что он к ней обращается. И, ребята, если вы хотите все-таки подтянуть немного иврит, вы должны знать, что вот это слово «one smile» можно перевести на иврите как «аф». «Аф» — это отрицательная частица, ни один, ни одна. То есть, вот на русском бы мы сказали, «я не хочу ни одну твою улыбку упустить». Да, то есть, ни одну. И на иврите мы скажем «ани ло роце» или «эй нэни роце», что более красиво считается. Все-таки мы песню переводим, хотим немного быть более поэтичны. «Эй нэни роце лефасфэс аф». Хиюх. Из-за того, что это отрицательная частица, у нас нету предлога «эт». Мы никогда не говорим «эт аф». Да? Мы говорим просто в винительном падеже, но сразу частицей. «Эйнэни роце лефасфэс аф хиюх». Не одну хиюх, улыбку. «And I don't want to miss one kiss». И я не хочу упустить ни одного, как вы поняли, поцелуя. «Вэйнэни роце лефасфэс аф». «Аф» на щека. Не путайте со словом «шум». «Шум» — это никакие отрицательные частицы, как, вот, например, там «эншум бяя», нет никакой проблемы. Но если мы говорим, например, нет ни одного человека, мы скажем «эн аф бен адам». «And I just want to be with you». Самое сложное предложение в нашем тексте — «я всего лишь, да, или только хочу быть с тобой». «Да не рак роце льет и тах». «Right here with you, just like this». Прям вот здесь, вот как вот, прям как вот оно и есть. «Мамаш кан итах, эх шезе ахшав». Вот так, как это прямо сейчас и есть. «And I just want to hold you close». И я только хочу держать тебя как бы близко к себе или просто близко. «Вани роце ляхзик». Да, рак можно добавить. «Вани рак роце ляхзик отах коров». Близко, вблизи. «I feel your heart so close to mine». Я чувствую как бы твое сердце таким близким к моему. «Ани маргиш». «Эт либех». Часто мы говорим не просто «лев шелах», «либех» это будет уже с местоименным притяжательным окончанием. «Кольках», «кольках коров ле либи».
да, вот настолько вот этот so на иврите будет коль, как коровли либи, and I just stay here in this moment. И я всего лишь только остаюсь здесь, в этом моменте, и они рак нишар кан бетоха рега азе, for all the rest of time, на все оставшееся время, all the rest of time. На иврите можно сказать лемешах. Почему лемешах? Потому что такой предлог, когда мы как бы отвечаем на вопрос, на какой срок. Лемешах коль шаразман, или я бы даже сказал шеиритазман, потому что шеиритазман — это вот прям остаточек, вот на весь остаток. Шар — это как бы на все остальное время, а если мы хотим сказать на все оставшееся, то на иврите мы скажем на весь остаток времени. Лемешах коль шеиритазман, или даже, может быть, шеирит ямай, да, остаток моих дней. Но это уже моя какая-то адаптация, не факт, что это так. Ну и, конечно же, надо уметь переводить слово «е», то есть слово «кен-кен-кен». Ребят, ну а потом идет снова припев, не хочу закрывать свои глаза и так далее. Все это есть в этом файлике. Здесь, может быть, не хватает одного или двух слов, когда я делал этот файлик. Пересмотрите, максимум выпишите, если вам что-то нужно, перевод есть. И что хочется сказать, перед тем, как снова перейдем к песне, но уже добавим эти субтитры на иврите. Фильм «Армагеддон», после его выхода его много критиковали. Критики критиковали за излишнее клиширование, за то, что он клишированный, за то, что он излишний, в нем слишком много такого ура, американского ура патриотизма. И действительно, Майкл Бэй страдает, можно сказать, в кавычках, этой проблемой, но, тем не менее, это все еще хорошее кино с таким достаточным количеством порций неплохого юмора, конечно же, драмы, ну и крутого-крутого экшена. Если кто-то из вас после просмотра этого ролика вдруг в нем проснется едкое желание все-таки пересмотреть этот фильм, то уже этот ролик я не зря сделал. С вами был Тимур, всего доброго, ну а дальше песня. We bring the world's best deep core driller. Well, it's coming. Right now. Right for us at 22,000 miles an hour. Not a soul on earth can hide from it. If I do this, I'm going to want to take my own men. You got it. I could stay awake just to hear. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever.